В годы Великой Отечественной на полях сражений полегли десятки тысяч солдат, о местах захоронения которых до сих пор ничего не известно. У Раисы Панасенко отец пропал без вести. Женщина пришла к мемориалу воинам-адлерцам, потому что верит, кто-то обязательно положит букет и к могиле ее отца-фронтовика. Я не знаю, где похоронен мой отец, но я представляю, что где-то он похоронен, поэтому я приношу цветы на эту могилу. Сегодня почти во всех городах страны к могилам неизвестных солдат возлагают цветы. Мой отец тоже погиб в Сталинграде, похоронен на братской могиле. К сожалению, я там ни разу не был. Все собираюсь, но никак не попаду. Только за нынешний год активистами поисковых отрядов было найдено около 14 тысяч останков советских офицеров, солдат и матросов. Установлены имена тысяч погибших защитников Отечества. День памяти не только советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, это память всех солдат, офицеров, тех людей, которые отдали свою жизнь за наше с вами мирное небо, за нашу с вами жизнь. Министерство обороны также активно участвует в поиске и установлении имен фронтовиков, пропавших без вести в годы войны. Останки солдат Великой Отечественной хоронят со всеми почестями. И теперь каждый год, 3 декабря, к этим могилам будут возлагать цветы. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.